Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня зарубежный букс по сбору биткоин Сатоши без вложений. Называется Bits Free. Регистрация здесь простая. Прописывайте свое имя. Вернее, логин. Далее почта действующая. Пароль, мужчина, женщина, и выбираете страну. Ставите галочку, нажимаете «Я не робот», вам на почту придет письмо, нажимаете на ссылочку, подтверждаете электронную почту и вход по логину, или логин или email, ну и пароль. Значит, что он нам предлагает? Это значит аккаунт баланс. Мы без вложений, базик у нас. У меня 750 битс. Это 11 биткоин сатошиков. Вот это в сатошах баланс, а это в битах. Как бы, да? Мы собираем биты, они конвертируются, переводятся в биткоин сатоши. Значит, фалкет есть. Заходим один раз в час и собираем. Так, значит, я еще ничего не собираю. Ой, не собирала, чисто чтобы для видео. Вводим капчу. Так, буквы большие. Значит, R, O, O, F, T, O, P. Нажимаем Roll. Вот здесь сколько вот, ну, как на FreeBitcoin. Показано, сколько нам выпадет число. Значит, и что у нас? 20 бит. Вот это у меня количество. Так, я получила. Далее здесь можно зарабатывать букс. Вот здесь можно ПТС, АДС. И вот здесь ПТС, АДС. Ну, нажимаем. Ага, это не то. Ага, это не то. Давайте посмотрим, что здесь такое нам пишет. Добавить объявление. Здесь можно рекламировать свои биткоин свои проекты. Так. Значит, URL, заголовок. Так, посещение объявлений. 10 секунд, 15 сатошиков. Суточный лимит. Ну, здесь создать. Понятно. Переходим на оригинал. Значит, вот здесь ПТС, АДС. И здесь нам как бы удается тоже просматривать рекламку. Нажимаем визит. Нас перебрасывает на страничку. Ждем. Сейчас страничка загрузится. Значит. Капча здесь очень-очень простая. И что мы делаем? Нам вот одинаковые, да? Нам нужно выбрать вот это, чтобы совсем другая была. Нажимаем. Все, нам засчиталось 5 бит. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Так, вот у меня уже 27.50. Это 41 сатошка. Неплохо. Так, далее. Вот здесь шортинг линк, визит. На них тоже можно зарабатывать, но мне никак. Возможно, на другом браузере будет, можно будет, но у меня на другом браузере отблок. Значит, я нажимаю, вот здесь тоже, да, как бы биты. Смотрите, у меня вот, видите, угроза безопасности. Мне это все не пройти. Так, возвращаюсь. Ну ладно, не пройти, но вот можно на кране. И, конечно, я буду проходить вот эти. Значит, и вот здесь, смотрите, море, вот это. Так, по реферальной программе я не сказала. Вот здесь сразу же внизу находится партнерская ссылочка. И вот теперь здесь давайте посмотрим. Membership. Это у нас что? Здесь мы базик free бесплатно работаем. И здесь можно посмотреть. Минимальный вывод на Faucet Hub составляет 10 000 сатошиков.
и можно выводить на, ну, напрямую на биткоин кошелек. Здесь уже больше 80 тысяч биткоин сатоши. И вывод составляет до 3 дней. Вот. Это понятно. Это уже членство апгрейд делать. Я ничего не буду делать. Я буду на бесплатной основе. А вы как хотите. Это дело каждого лично. Дальше. Смотрите. Здесь есть конкурсы. Можно. Переводим на русский. Установить бравсев типа того. Это я уже точно не буду делать. Потому как... Ну, я не хочу это делать. Значит, можно сделать промо-пост на Facebook и вознаграждение 25 бит. Так, здесь уже требования почитайте. Далее продвигать ваш сайт на форумах, получить 75 бит. Это тоже все прочтете. Значит, блог-пост о нашем сайте. Да. Тоже прочтете. И сделать одно видео и опубликовать его на YouTube. Так, ID работы, одно вознаграждение 200 бит. Значит, сделайте одно видео о нашем веб-сайте, выполняя все требования. После этого опубликуйте его на YouTube для того, чтобы получить 200 битов. Продолжительность видео плюс 3 минуты. Количество видео, ну вот это я не знаю, количество видео 360. Описание, включите вашу реферальную ссылку. И сюда ссылочку на видео и нажимаем отправить. Так, как бы это все сами уже прочтете, кому что захотите, сделаете. Значит, ну здесь рефералы. Опять же, так. Партнерская ссылочка. И поделиться Facebook, Twitter, Google. Далее. Реферальный конкурс. Купон. Я не знаю, что это такое. Значит, здесь есть добыча. Можно установить типа майнинга, чтобы... Как бы старт, будет работать ваш процессор. Понимаете? Я это делать не буду. Я буду работать как на буксе. Заходить раз в час, получать как бы сатошики и ПТС-АДС. Все. Больше моих действий здесь не будет. Так. Добыча. Инвестиционная игра. Деятельность. Награды. Вот, у вас одна претензия и 0 коротких ссылок посещения. Вот. Ну, в принципе, и все. История вывода я еще не выводила. Депозиты, историю. По поводу выводов. Мой вышестоящий рефер неоднократно с этого букса уже делал вывод на Faucet Hub. Как бы букс платит, все замечательно. Ну, а я же, конечно, когда будет что выводить, запишу обязательно видеообзор. Вот. Или на Faucet Hub посмотрю, как там. Или прямо на биткоин. Вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходим мимо. Здесь наша ниже статистика. Аккаунт баланс. Today, в общем... Ну, тут уже сами разберетесь. И также наша партнерская ссылочка. Можно это все поделиться. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Ну, здесь тоже они как бы предлагают 15 сатоши Revert Members. Блин, ну, этот установить. Это все как бы скачать. И... Я не буду это все скачивать, ребят. Я буду работать, как я уже сказала, как на буксе. Ну, теперь все. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!